Первый месяц регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги позади. Лига уже подводит промежуточные итоги, выделяя лучших игроков и новичков октября. Ими, кстати, стали Джон Карлсон, Давид Пастернак и Леон Драйзайтель, а звание лучшего новичка досталось Виктору Олафсону. Но мы решили подвести свои итоги. Будем выбирать, разумеется, лучшие голы и сейвы месяца. Планируем это делать на протяжении всего сезона, так что ставьте лайк под этим видео, если эта идея вам нравится. С лучшими голами октября можете ознакомиться по подсказке наверху, а сегодня на очереди лучшие вратарские спасения месяца. Кстати, обратите внимание на вратарские маски. Многие из них были у нас в отдельном топе. Ссылку на него оставили наверху, а теперь не затягиваем, погнали! Открывает подборку страж ворот Вашингтона Брейден Холби и его эффектное спасение против Далласа. Размашистая атака звезд закончилась тем, что на выгодную позицию вывели Матиаса Янмарка, но вовремя переместившийся Холби свел всю опасность на нет. Далее нестареющий Марк-Андре Флюри и сразу два его сейва в игре с Чикаго. Сначала Кейн бросал наверняка, но Марк спас ворота в олдскульном стиле, а потом не дал отличиться Алексу Дебринкету, сделав по-настоящему футбольный сейв. Восьмой Сергей Бобровский. Сирелли вывел Палата на пустой угол, но наш вратарь успел переместиться и эффектно сыграл ловушкой. Конечно, и сам Палат бросил не лучшим образом, но и главный сейв Боба еще впереди. Строчкой выше снова Марк-Андре Флюри и его сейв в игре против бывшей команды Питтсбурга. Рикколе оставалось лишь попасть в пустой угол, но Флюри продемонстрировал чудеса реакции и вытащил мертвую шайбу. Далее Филипп Грубауэр из Колорадо и его образцовая нейтрализация выхода один на один. Оборона лавину пустила Доната, да и сам Грубауэр уже повелся на обманное движение, но затем каким-то чудом поймал шайбу в ловушку. Вау! Пятый снова Филипп Грубауэр и его спасение в игре против Флориды. Барков принял шайбу, успел даже посмотреть на ворота, но все равно не смог отличиться. Грубауэр рукой отбил этот сложнейший бросок. Просто красавец. Следом сейв Девона Дубника из Миннесоты в самом начале октября. Гранлунд бросал уже наверняка, но Дубник в потрясающем стиле не просто отбил шайбу, а зафиксировал ее в ловушке. Пересматривать можно бесконечно. Yeah.
Тройку открывает похожий сейв Кита Кинкейда в игре против Миннесоты. Бросок Цукера был и сильнее, и точнее, чем у Гранлунда, но Кинкейд сыграл на инстинктах и не прогадал. В шоке был даже Кэри Прайс. Второй в октябре Андрей Василевский и его невероятное спасение на последних секундах матча с Питтсбургом. Даже повторы не дают однозначного ответа, как Андрей умудрился отбить этот бросок. Но факт остается фактом. Сейв Василевского шикарен. И первый в этом месяце Сергей Бобровский и его сейв опять же в игре против Тампы. В Америке все назвали его спасение натуральным воровством, поскольку Боб вытащил просто неберущийся бросок Кучерова. Ставьте на повторы, этим можно наслаждаться очень долго. Друзья, вот такой топ у нас получился. Пишите в комментариях вашего фаворита, возможно, мы кого-то упустили. За сезон будет сделано еще немало красивых сейвов, и все они обязательно окажутся у нас. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить эти и другие топы. У нас есть чем вас удивить. С вами был Спорт Ток, услышимся!